Твери на Трехсвязской улице продолжается подготовка к открытию рождественской ярмарки. По традиции посетители смогут там приобрести елочные игрушки, новогодние сувениры, изделия ручной работы. До конца нынешней недели там также планируется установить большой светодиодный шар, фотозоны и новогодние арт-объекты. Под часами на пересечении с бульваром Радищева по традиции появится почтовый ящик для писем Деду Морозу. Мы рады пригласить вас на 7-ю ежегодную рождественскую ярмарку на улице Трехсвятская. Подготовка к ярмарке идет полным ходом. В этом году будет установлено 22 стилизованных домика, которые так полюбились гостям и жителям города Твери. Мы подготовили для вас новые новогодние арт-объекты и тематические фотозоны. Ждем вас на нашей ярмарке с 10 декабря по 8 января ежедневно с 11:00 до 8 вечера.